Дорогие друзья, в наше неспокойное время особое значение приобретают произведения искусства, посвященные любви. Итальянский композитор Гаэтано Доницетти в 1835 году написал оперу «Любовный напиток». Два молодых человека, Немарина и Адина, пройдя различные испытания, наконец находят друг друга. Я исполню на флейте арию Немарино, в которой он признается Адине в любви. Это одна из знаменитых теноровых итальянских арий. Ария называется «Una furtiva lagrima», что значит «одна скрытая слезинка». Немарино поет: «Она меня любит, я знаю. На миг лишь почувствовать, как бьется ее сердце».